Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Sinking City. Мы продолжаем. Ну что же, настало время отправиться в подводный город, древний город, который был задолго даже до Майя, и провести там ритуалы. У нас есть все три печати. Давайте глянем, что из этого получится. Так. Надо сначала тут зайти. Да ладно тебе. Да пошел ты вон, а! Ёптать. Хианета, я не знаю. Все прощают прямо все и вся. О, историческое наследие. Церковь Святого Михаила и Неопалимой Купины. Пусть пламя да вообще. Ваши грехи. Ой. Насрать-то как, а? Так. Двигаем дальше. Церковь Святого Михаила. А где этот центральный монолит-то, алё? А? Это всё фигня. А где монолит-то центральный? Я и забыл, где он уже. Я ж, по-моему, сюда ходил, да? Церковь Святого Михаила. Где-то здесь центральный хренов монолит. По-моему, внизу. Здесь, да? Да, вот, правильно припёрся. Так. Во. Ой. Ой-ой-ой. Что происходит? Нифига себе, печать вставил меня сразу это, вниз, на дно. Все на дно! Дно! Так. Блин, все время главный герой какой-то прыжок совершает. Куда он там прыгает и... На что рассчитывает, я не понимаю. Во, вот мы опять на дне. Ну-с. Вот это ебень, надеюсь, не щупальца. Тут вода нафиг, тут все затонувшее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А че такое? Блять! Иди нахер! Отвалить от меня! Давай, вот сюда! Так. Да прыгай ты, ёптать, или ты только в заставке умеешь фееричный прыжок делать. Да ладно, давай, крути, крути эту свою. Так. Ну пока вроде это нормалек, да? Пока все тихо. Никого нету. И слава богу. Вроде пока отделались малой крови. Что это, блядь, было? Пиздец, а как появилось-то? Давай, 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 беги. Придурок, беги, ёптать, быстрее давай. Все, да? Под водой понятие высоты крайне неприменимо, но, видимо, эта тварь не смогла сообразить поплыть чуть-чуть выше. И слава... Ой-ой-ой. Ой, блядь! Вы гляньте, какая ебень! Ой, блядь! Сука! Так тебе, тварь! Блин, какая жесть, а? Давай, спрыгивай. Под водой нельзя принимать эти психопрепараты. Ебастось, ебаный в рот. У меня тут все подряд. Прыгает кто-то, скачет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, меня по мозгам.
Давай, надо прийти в себя. Не смотри туда. Крути, крути шарманку. Ой-ой-ой, нет. Что за... Аж плохеет сразу! Надо отвернуться и покрутить. Тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер. Занять себя чем-нибудь, отвлечься. Ибо очень плохо становится. Давай, дыши ровно, спокойно. Ща мы все рассмотрим. Надеюсь, после того, как у него становится, убавляться не будет стремительно, а то... Так, ну это не щупальца, хотя нет, это щупальца. А это, блядь. Это же статуя... Хтулху. Что случилось? Почему я двигаться не могу? Походу все торкнуло по мозгам, да? Конкретно вдарило. Ладно. Ладно. И так пойдет. Ой. Ой-ой-ой. Блин, это самое начало, что ли? Похоже, что да. Похоже, что я и вправду в самом начале. Япона, мать. Долбоебаный рот. А это вы... Ёхраный бабай. Мир сошел с ума. Как в трейлере, вода вверху. Небо внизу. Так те. Чё в чертогах разума, ну-ка. Дочь воздействует на монолиты. Так, цикл повторится. Стоять. Заключение божественное хтоническое чудовище. В Хтигонаре влияние дочери сильнее всего. Любое преображение, которое меня там ждет, может оказаться хуже смерти. С ее помощью могу обрести... Какой нахер сила, я тебя умоляю. Так. Вы что, сдурели? Я не хочу туда прыгать. Так. Войти в Хтигонар. Что-то у меня ничего особо и каких-то и вариантов нету как таковых. Блин, я у себя в это в ко... какого? В номере. Ох, сейчас ебень начнется, хорра. Нормально. Ой. Жаль, что тебе придется умереть, Рид. В этом городе есть люди гораздо хуже тебя. Многие хотят покинуть Окмунд, парень. Но мало кому это удается. Я хочу, чтобы все это оказалось сном. Хочу проснуться в своей кровати в Бостоне, поесть нормальной еды, выпить кофе и забыть об этом кошмаре. Блин, я с тобой полностью солидарен. Ой. Ой! Во! Вот это, по-моему, из этого, из трейлера. Скажу прямо, вам здесь не рады. Один неверный шаг, один косой взгляд. И с вами будут обращаться так же, как со всеми остальными преступниками. Какой трындец, а? Пожалуйста, убейте меня. Я не могу. Я просто не могу. Блин, а. Какой кошмар. О, крестики. Не щадите его, парни. Он сам напросился.
Блин, карасей убивают. Вы что делаете, браконьеры, мать вашу? Всех под статью. Во. Самое отвратительное — это быть бесполезным. Наблюдать, как все повторяется снова и снова, и ничего не делать. Но мы с вами принесем перемены, мистер Рид. Хренов Гюнтер один, ё-моё, пошел в задницу. Эк. Во. Блин, ну и локации, я офигею. Вот это круто пошла. Торопитесь, Рид. Мы еще можем спасти город. Стараюсь. Страдания никогда не закончатся. Цикл будет продолжаться. Ты не сможешь изменить свою суть. Задницу вас. Простите меня, святой отец, ибо я согрешил. Ой, как все оптимистично. Вечно гнить в этом борге. Слабаки. Это цикл. Все повторяется. Она хочет освободиться, но этого нельзя допустить. Иначе всему придет конец. Ясен пень, согласен. Каждый раз надо оттягивать это все. Пока не настанет момент, когда получится как-нибудь все зарешать. Ой. Ну это Ктулху. Ой. Судьба не будет ждать, Чарльз. Выбирайте, спасение или смерть. Так. Ну-ка. Я выбираю уничтожение и завершаю цикл. Пусть все погибнет. Обалдеть. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь. Я выбираю уничтожение. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду. Тайная дочь. Так. Ага, это... А чё там за дверь? Ну-кась, чё это такое? Ой, и здесь? Это чё? Я не стану делать выбор. Я прерву цикл и освобожу всех пленников Окмонта. Так. Вот это интересно. Ну-ка. С меня хватит. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Недурно. Выбор. С меня хватит. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Круто, однакось. Так, новая зацепка в чертогах разума. Я могу освободить Окмонт. Тикс. Если я начну цикл заново. Самопожертвование. Пройдя через врата, я освобожу тайную дочь спящего. Даже если я это переживу, то уже не буду человеком. Единственный способ спасти человечество от его гибели – это пожертвовать собой и начать цикл заново. Ох ты! Бесполезно. Так, если я пройду через врата, человечество будет уничтожено. Если я совершу самоубийство, цикл просто начнется заново, оттягивая неизбежное. У меня только один выход – прервать цикл. Может быть, с помощью панели управления Ктиганаара я смогу разблокировать границы города и избежать с печатью. О! Вот это классный вообще вариант. Просто взять и спиздить печать. И божественную сущность, так сказать, с собой, да? Обалденно.
прям как в God of War, когда Морфея, бога снов, скоммуниздили с небес. Я добровольно приношу себя в жертву, как и каждая сила до меня. Что такое одна жизнь по сравнению с судьбой человечества? Так. Пусть цикл начнется заново. Ой. Ни хрена себе. Я сделал выбор. Я добровольно приношу себе. Пусть цикл начнется заново. Недурно. Ну-ка, что еще здесь? Есть какой-нибудь вариант взорвать здесь все к ебени матери как-нибудь, чем-нибудь? Блин, прям какой-то Mass Effect гребаный, а? Куда ни пойди, какие-то смутные перспективы вырисовываются. Так, давайте-ка я сохранюсь, попробуем вариантики. Ну, давайте попробуем тогда... Ну, давайте центральный вариант посмотрим. Хотя нет, давайте-ка лучше на левый вариант. Конец света — это что-то как-то это, депресняк. Ну-ка вот, самопожертвование. Весьма неплохой вариант, кстати. Так. И? Ну? Чё там? Опять сейчас будет какая-нибудь ебень? О, шля... Он побрился! Ё-моё. При попадании в обитель хтонических существ щетина сама отлетает нахрен. Блин. Котлета. Экс. Чё у нас тут? Во. А, вот этот хер. Ну это точно посланник богов. Ждет типа нового, что ли? А как же там 13 лет? А как 13 лет, которые там обещали, что время будет, чтобы все это пережить там и как-то это? Ну и в баню. Да. Так, попробуем второй вариант. Первый что-то так себе, говном оказалось. Думал, там сотню судьба дадут. Судьба не будет ждать. Да иди нахер. Выбирайте спасение или смерть. Главное это, говорили там на сотню лет запереть, а судя по тому, что там тот же корабль такой же задрипанный, ни хрена там не сотня лет прошла. Чё это говно вариант? Ну-ка вот этот самый перспективный. Давайте-ка этот попробуем. Сюда ракушку ставим. Кошмар! О. Так. А тут щетина есть. Блин, чё за фигня, а? Кто объяснит, что за странные вещи с щетиной творятся? Опа-на. Так, пошел пиздить Ктулху. В рукопашку! Щетиной его защекочу. А прикиньте, сейчас так просыпаемся, из выхода из матрицы. Бостон, несколько лет спустя. Ну давай, расскажи мне про свои приключения на 20 серий. Ай, тренды Ютуба, ай, бляха, муха. Уже тогда. О, опять этот. Катастрофическое наводнение. А этот-то главное здесь с какого-то перепугу. Вот этот хер. Ой, все тонем, тонем. Блин. И этот лыбится Джимен, а? Вот засранец. Короче, вариант что-то тоже какое-то говно. Вариант, ну, знаете ли, прямо это. По Лавкрафту, так сказать. Все по Лавкрафту. Ну, давайте глянем третий вариант. Посмотрим, что там будет у нас. Блин, ну вообще кошмар, а.
Какие-то, блять, я не знаю. Судьба не будет ждать. Подводные тренды. Спасение. Блять, да заткнись ты! Во. Какие-то глубоководные тренды, я не знаю. Water Yuba, может быть, так даже называю. Water Yuba. Какой вариант не выбери, все говно. Так, ну давайте в центральную ракушку, давай, вставляй в ракушку. Ой, ракушку. И в ракушку, и ракушку. Вот Ктулху-то офигеет, а? Ё-моё. Светотатство! Так, ну-ка. Это чё, в раковину? Надо туда поссать. На головастиков глубоководных. Да. Квак, вы гляньте, он тут вообще весь в щетине. Блин, как концовки-то разнятся? Чё с щетиной происходит? О, так, 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 так. Хентай! Ой, Биркин 2.0 какой-то. Жопа Саурона. Тренды Ютуба. Засосало. Зашибись, а? Блин. Ой. Ктулху Вахтанг! Все, смыло нахуй. Блин, а? Вообще обалденная игра, концовки просто огонь. Засосала в какую-то глубоководную куриную жопу вместе с щетиной. Все по Лавкрафту произошло, все концовки как ни лепи. Либо плохая, либо совсем хуёво, а вот тут вообще пиздец, да? Как в прогнозе погоды. Ну вот эта вот концовка, это конечно выдраченная какая-то. Странно, что хентай не начался. Проснулся такой. Как по этой игре, так сказать, Ктулху родился же ведь, да, заново? Только из пизды выпрыгнул сразу первым делом. Соседей нахуй затопил. Которые выше него. Обычно ниже топят, а тут выше у нас. Даже мурло свое не показал. Только такой, да? Подводный стояк с волной на пару километров, да? Движущийся в сторону нашего мира. Как бы намекая на то, что он клал на наш мир. Ктулху, это, блин, думали, что появится, не появился. Он этот у нас, как там, он же божество, да? Ктулху у нас этот, судя по играм, бог кликбейта, да? Каждый раз название игры в его честь, а его самого нихера нету. Как это, великий Гэтсби, а это у нас великий Ктулху. Как бы есть и как бы нет. Кошмар, уже 13-ю игру его будет. То молитвами, то стрельбой, то виагры там фапая на его мамку. И везде одно то же. Вообще, короче, все эти игры одним сюжетом связаны. В том плане, что каждый раз его будет пробуждают там, а он с фразы от Ведьмака охреневает такой и заявляет это. Чё, уже 2500-й? Нет! Ну так и пиздуйте отсюда. А потом обратно ложится. Вот вся суть этих игр. Он один раз так доспится, когда очухается, а на дворе Звездные войны какие-нибудь будут там с трансформерами, галактусами и прочее. И там его потомки. Прости, Ктулху, мы все проебали. Уже поздняк просыпаться, мы тут не вывезем эту тему. Блин, а? Вообще классная игра, замечательно. Ну ладно. Закончим, пожалуй, на этом. Крепкого здоровья всем, приятного настроения, играйте в хорошие игры. С вами был Андрей Доцент, всем пока.